Всем добрый день, с вами техцентр ОМЗАП. Сегодня я расскажу вам, как правильно сделать опрессовку системы охлаждения, но на дизельном двигателе, не бензиновом. Мы будем касаться только дизельного двигателя. Бывает два вида неисправностей. Либо у нас выкидывает охлаждающую жидкость, либо она у нас уходит. Уходит она просто лопнул патрубок, там радиатор охлаждения, водяной насос или что-то еще, да? Но мы разговаривать будем о том, что если у нас газит и выкидывает вот сюда в расширительный бачок, то есть у любой машины дизельной есть расширительный бачок. То есть что будет делать? Радиатор оттуда изнутри будет выкидывать расширительный бачок, бачок будет всегда полный. В основном выкидывает газы из камеры сгорания через прокладку головки блока цилиндров, выкидывает систему охлаждения. Чем больше вы даете газа, тем это больше. То есть мы открываем и просто видим оттуда бульки. То есть буль. У нас Kia Sorento 2.5 турбодизель. Заводишь машину, и из трубы идет белый дым. Это сейчас холодное. То есть чем горячее, тем сильнее. Можно предположить, что если лопнула головка, то трещина на горячую расширяется, и поток охлаждающей жидкости в камеру сгорания идет больше. Когда у нас пошел пар в трубу, систему охлаждения, мы головку никогда сразу не снимаем, не торопимся, не спешим. Дизельные двигатели, они все оснащены теплообменниками. То есть, неважно, опять же говорю, какой это там немецкий дизель или японский. Теплообменник на масло двигателя, масло коробки, то есть в радиаторе внизу. Допустим, даже случай, если у нас пошла эмульсия в систему охлаждения, попало масло, это не говорит о том, что у нас под головкой пробило прокладку. Скорее всего, это именно вышел из строя теплообменник. Здесь точно так же. Здесь имеется теплообменник, вот он у нас находится. Первое, что нужно сделать в дизеле, это отключить. Патрубок раз выходит, и вот второй. То есть мы его отключаем, либо мы кольцуем, заводим машину и смотрим, но для этого нужно время. Опять же, все зависит от того, допустим, здесь теплообменник снимать просто. Мы его снимаем и опрессовываем. То есть опускаем воду, с одной стороны глушим, с другой даем давление. Вот лично в этом как раз случае я именно сделал так, потому что снимается он легко, быстро. Дело в том, что если мы заглушим, то там в трубе очень много еще охлаждающей жидкости. И пар будет еще идти долго. То есть он может идти 10 минут, может быть час, а может быть и 2. То есть мы не знаем, сколько туда попало в систему. Поэтому, если, допустим, теплообменник у вас легко и просто снять, то мы его сняли, отдельно прессовали. Но если уже нет, то если это как в немцах, да, там Range Rover, Touareg дизельный, то там мы уже закольцовываем и греем, смотрим. То есть так же остается или стоит лучше. Я опрессовал, снял теплообменник, опрессовал, он у нас целый. В нашем случае, предварительно в данном двигателе, если охлаждающая жидкость идет в выпуск, то, скорее всего, лопнула головка в одном из цилиндров на выпуске. Допустим, если сейчас снять коллектор с турбины, то мы увидим, из какого цилиндра даже. Потому что, когда лопается прокладка, она выкидывает сюда, в бачок, в обратную. Но когда она лопается, она у нас может лопнуть как в камеру сгорания, так и может лопнуть просто на выпуск. То есть мы можем снять, и поршень будет чистый. Ой, поршня все будут черные, а нам не попадать может. А именно лопнуть на выпуске, где два выпускных клапана стоят. И бросать эту охлаждающую жидкость именно в турбину, и турбина уже будет бросать ее дальше. То есть здесь два варианта у нас. Поэтому сейчас мы ее снимем, посмотрим. На данном двигателе у нас это не редкость, что она лопается. Причины. Могли стать радиаторы забиты, может быть, уходил, лопался патрубок. Но в нашем случае водяной насос. Через сальник, дренаж, вытекала охлаждающая жидкость. Сняли головочку. У нас получилось, что лопнула головка в двух цилиндрах. Это второго и третьего цилиндра. Здесь вот визуально видно, можно посмотреть. Всегда, практически на всех дизелях, лопается, где идет обогрев свечей накала. Свеча накаляется до красна, и вот она лопнула здесь и здесь. Бывает такое, что лопается, допустим, вот так на одну сторону. Вы сняли головку, у вас ничего, да? И с одной стороны. Это ничего не значит, что она можно шлифануть, она будет ездить еще долго и счастливо. Но когда в две стороны, тут вариант либо
она уже потихоньку пропускает, либо вариант это недолго осталось. Попадание охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость может попадать, как в нашем варианте, попадала в камеру сгорания и вылетала на выпуск. Также может лопнуть точно здесь же, но в камере сгорания все будет сухо, а выкидывать будет только лишь на выпуск. В нашем случае она, охлаждающая жидкость, пошла и в камеру сгорания, и на выпуск выкидывать стала. Машину заводим, выкидывает белый дым. Всегда можно, допустим, предварительно, не снимая головку, можно понять, где проблема, это масло или антифриз. Нужно снять выпускной коллектор. Видно, что у нас первый цилиндр сухо, вот он третий, внутри мокро, мокро, и здесь. То есть четвертый тоже сухо, а здесь стало вымывать. И вот уже смотрим по самим цилиндрам. Вот этот вот оттенок, его делает именно охлаждающая жидкость. Вот он здесь и здесь. Да-да-да, вот он у нас есть. Когда мы меняем головку или просто ремонтируем головку, мы всегда делаем полную дефектовку. Ну вот, к примеру, два ролика приводного ремня, водяной насос потек через дренаж. Мало того, что подшипник прям хрустит, шумит на помпе. Вот здесь, смотрите, вот этот патрубок охлаждающей жидкости, он чуть подтекал. Это на охлаждение турбины. Нижний также у нас там вон он разорванный. То есть он разорванный, жесткий. Турбину будем снимать и сменивать оба патрубка. Турбину снимать будем по той причине, что вот здесь, откуда у нас, допустим, берутся вот эти расходы всегда. То есть вроде бы нужно сделать головку, но выскакивают, помимо этого, выскакивают всякие расходы. При откручивании вот этих шпилек на одной резьба сорвалась сразу. Одна открутилась, более-менее можно нарезать. А в третьей нужно сейчас будет рассверливать, нужно будет выворачивать эту шпильку, восстанавливать всю резьбу. Проверяем все, дефектуем все, что относится к системе охлаждения. Термостат мы также будем снимать. Радиаторы визуально посмотрели, все хорошо, то есть они не забиты, вот здесь сняли. По головке, по опрессовке, визуально мы ее видим, смотрите, опрессовывать я ее не буду. Это лишние 2500, отдавать нет смысла. Если вам по какой-то причине, к примеру, разобрали мотор, да? Разобрали мотор, и очень часто люди, которые для профилактики, ставят топливную систему на стенд. То есть ТНВД высокого давления, форсунки. С головкой нужно поступить точно так же. Но здесь есть маленький, конечно, нюанс. Опрессовка, то есть в ванне, как положено. То есть это нужно дать необходимое давление. Выдержать необходимую температуру воды. То есть когда мы опускаем при опрессовке. Выдержать необходимое время. Так вот, с вашей головкой как поступит, непонятно. Допустим, маленькая-маленькая утечка, она проявит себя только через 10-15 минут, когда она уже прогреется. А давление мы дадим, допустим, не как 1,1 у нас, а дадим 4 бара. Вот. Подержим ее 10-15 минут, она полностью прогреется. Опять же, будет рабочая температура в ванне, там, допустим, 60-70, тогда она нам покажет чуть-чуть. Ну, если ее просто плюхнут там в теплую воду, там быстренько дадут 2 бара, то, скорее всего, у нас ничего не получится. То есть вот эту мелкую-мелкую утечку, скорее всего, они не увидят, не найдут. Поэтому, когда, допустим, вам будет заявлять техцентр или кто-то там знакомый, что при разборке, то есть двигателя, там, ремонт коленвала, гильзовки, необходимо, допустим, отвести головку на опрессовку, и также ее мерить нужно на плоскость. То есть, если она искривленная, то лучше будет ее шлифануть. То есть, не удивляйтесь. То есть, так же, как если мы делаем капремонт, то делайте его до конца.